Лидская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» приглашает активных юношей и девушек провести летние дни и свободное время с пользой в составе студенческих отрядов. Студенческие отряды – это, наверное, любимое направление каждого члена нашей организации. И уже в марте стартовала акция «Выбираем студенческий отряд». Суть этой акции заключается в том, что каждый желающий может заполнить анкету и уже при появлении мест в составе студенческого отряда быть трудоустроенным в летний период, либо в весенний, осенний период. На сегодняшний день мы стремимся к тому, чтобы занятость была круглогодичной, прорабатываем вопросы в этом направлении, вопросы с принимающими организациями. Сегодня заполнить анкету желающего трудоустроиться можно как в онлайн-форме. Для этого не нужно приходить к нам в Лидский районный комитет. Можно зайти в группу в социальной сети ВКонтакте, заполнить и отправить в эту же группу, где мы распечатаем, присвоим номер каждой анкете, и вы уже будете следить за тем, чтобы ваша анкета попала в базу данных желающих трудоустроиться. Но, конечно, лично я всем рекомендую посещать наш Лидский районный комитет, для того, чтобы мы с вами смогли проговорить, для того, чтобы вы смогли получить консультацию по тому отряду, где вы хотите работать, для того, чтобы вы смогли ознакомиться с опытом предыдущих лет, потому что это всегда интересно. Возможно, мы подскажем контакты ребят, которые уже трудились в составе студенческого отряда. Ну и кроме того, вы можете пройти анкетирование на профессиональное самоопределение, которое подскажет, в какой отряд по направлению деятельности вам лучше всего по душе, скажем так. Это тоже немаловажный момент. На работу в судотряды принимаются граждане с 14 лет до 31 года в свободное от работы и учебы время. Заявки подаются в Лидский райком БРСМ круглогодично. О появлении свободных вакансий можно узнать в сообществе «Молодежь Лиды БРСМ» в социальной сети ВКонтакте. Информацию можно уточнить по указанным там телефонам.